Скажите, пожалуйста, почему при йоге смеха, вот кто знает, пожалуйста, ответьте, нужно широко открывать рот, нужно пропевать громко, громко, да, стартер, буква А. Почему? Скажите, пожалуйста. Кто знает? Опять не слышу. Ну, достаточно громко говорю. Почему при йоге смеха нужно открывать широко рот? Громко-громко и долго выдыхать, стартовать с буквы А. Почему? Кто скажет? Кто знает? Вот вы все это выполняете, я на это обращаю внимание каждый раз. А почему? Для чего? Кто догадается? Никто не догадывается? Ну, смотрите, я уже говорила, что йога смеха отличается от смеха зарядки, да, определенными техниками. То есть йога смеха – это и смехозарядка, потому что это гормоны радости. Это и терапия, смехотерапия, потому что это лечебное воздействие. Это и йога, потому что это продыхание, пранаяма, да, это пропевание гласных, игротехники и так далее. То есть это круче, это комплексное воздействие. И почему мы здесь обращаем внимание, да? То есть тут не про посмеяться, тут про протренироваться. И широко открываем рот мы и громко выдыхаем, именно для того, чтобы выдох был полностью, как можно дольше, дольше, чтобы не осталось внутри абсолютно воздуха. Для чего? А для того, чтобы, когда полностью из нас все вышло, вот тогда мы берем не 1 литр, как при обычном смехе кислорода, а 4 литра, то есть тогда у нас полный, более жадный вдох. И вот в этом и построена именно пранаяма, терапевтическое, очень сильное воздействие, поэтому йогу смеха сегодня используют во многих лечебных заведениях, я уже говорила, как постковидное и другое. То есть это очень сильное, мощное воздействие, да, гелатология, наука о здоровье. Ну и давайте мы сейчас с вами и прокачаем вот эти правила. Итак, первое правило, мы дышим животом, мы вдох делаем живот, низ живота. Не поднимаем плечи, вот так не делаем, как ноги. Живот, наоборот, втянулся, плечи поднялись. Нет, сбросили, сбросили. И мы делаем вдох, плечи на месте, вдох животом. Задержали, погладили по часовой стрелке. И как шарик сдулись. Еще раз вдох, животик. Задержали. И на выдохе лошадку. У всех расслаблены. Знаете, вчера вот мы проводили круг силы. Это у нас есть такие 8 упражнений. Если кто-то не знает, обязательно к тем, кто вас пригласили, обратитесь и пройдите все 8 упражнений. Потому что вот все, что связано со смехом, это только первая начальная ступень, но она открывает двери во все остальные. Но когда вы пройдете 8 упражнений, вы просто настолько прокачаетесь, вы настолько будете в ресурсном состоянии, вы сможете управлять своими эмоциями, мыслями и вообще поймете, для чего родились, да, какое у вас предназначение, миссия на Земле. Ну и так, поехали. Значит, вдох еще раз. Задержали, задержали, погладили животик. И выдох. Когда делаем вдох, принимаем гормоны радости. Когда выдыхаем, выходит все не нужно. Метафизика рулит, это 95% наши мысли, наше воображение. Да, хорошо? И сейчас, друзья, мы берем мешочек со смехом и... Он нас так смешит, просто вот. Открываем победоносно широко рот. Я! Да, вот так, как ухо, горло, носа. И громко-громко смеемся на букву А. Приготовились? И... И смотрите, когда... Уже звука нет, вот сейчас у нас не выключен звук, а мы продолжаем смеяться. То есть мы для того открываем рот, мы для того громко смеемся, с напором выдыхаем, для того, чтобы полностью все вышло. И когда голоса нет, что мы делаем? Мы продолжаем смеяться бесшумно, нам важно все до последней капельки себя выжать. Угу. Поэтому смеяться потом начинаем уже бесшумно.
Итак, приготовились, взяли два мешочка со смеха, включаем и тело в дело, и громко, широко открываем рот победоносно. И я... Не сирену мы делаем, мы смеемся. Да, мы стартуем с буквы А, но мы смеемся, не А. Мы смеемся. Итак, еще раз мешочки со смехом. Вдохни с животика. И... О! И вот так мы развиваем наши легкие. И у кого частое простудное заболевание, ковид там был, туберкулез, что-то еще вот полностью развивайте, да? И сейчас потянемся наверх, потянемся, да, ножки вместе, тянемся, тянемся, тянемся. Сейчас будем что-то срывать с дерева. Тянемся, выпрямляем наш позвоночник. И йога смеха – это прежде всего здоровье, это усиление кровообращения, это поступление кислорода к мозгу, профилактика инсульта, профилактика деменции, Альцгеймера. Да, это наша память, это наш креатив, это наш энтузиазм, это наша энергия. Да. Тянемся и срываем какой-то неизвестный плод, кушаем, морковку напоминает, и очень смешно становится. И еще раз тянемся, тянемся, тянемся. Усиливается кровообращение, подтягивается животик, да. Работают мышцы, это как тренировка в спортзале. Кровообращение идет ко всем органам, мы оздоравливаемся, мы омолаживаемся. Скажите, мое тело молодое, мое тело здоровое, да. Смеемся, смеемся, и с каждой минутой мы становимся моложе, красивее, озорнее. И срываем какой-то фрукт непонятный. Пробуем, он кислый. Смеемся на букву И. Да, всегда начинаем с А, потом можем уже начинать играть, прокачивать и различные другие буквы. А сейчас мы берем рог изобилия, рог изобилия, и подставляем его под Божью росу, набираем, набираем природной росы, чистой, прозрачной, как слеза, и она нас наполняет энергией, и мы пьем и смеемся. Еще раз набираем, набираем, набираем. И на друг друга. Брызгаем на друг друга. Включайте камеры, а вы на меня брызгаете. И наша считалочка. Прыгаем. Хо-хо, ха-ха-ха. Хо-хо, ха-ха-ха. Хо-хо, ха-ха-ха. До! Хорошо, хорошо, да! Лучший день, лучший день, да! Миру мир, миру мир, да! И у всех, у кого открыта камера, нарисовали сердечки, да, и сердечки молодости, красоты и здоровья, и друг другу в окошке. Еще и... Что-то поймала. Ой, спасибо.
Ой, благодарю, столько ваших сердечек поймала. Ну, еще кому не досталось, кто еще камеру не успел открыть? И... Ой, сколько сердечек. Молодцы, молодцы. А сейчас, друзья, мы будем залазить в шкаф эмоций и вытаскивать разные маски, разную одежду на себя примерять, вот как в театре. И полезли в шкаф, и что-то там нащупываем, нащупываем, одеваем маску. А это царевна Несмеяна, давайте поиграем. А нам это надо, быстрее снимаем эту маску, далеко закидываем и навсегда. И если есть детки, которые тоже часто любят плакать, убираем, все снимаем. И лезем за новой маской, тянем, 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 одеваем. А это кто-то злой. Злится такой вот прям. Так, давайте быстрее расстанемся с этой маской. Закидываем далеко и навсегда этот гнев. Со смехом продолжаем. Так, лезем еще. Что ж там у нас еще за маска? Одеваем, одеваем. Ой, маска страха. Ой, людей боюсь. Машин боюсь, я боюсь, всего боюсь. Давайте быстрее ее снимем, эту маску. Снимаем все страхи. Расстаемся. Еще, какая же у нас еще маска есть? Ищем, 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 ищем. Одеваем. А это маска обиды. Никогда тебе не прощу. Я все запомню. Я тебе припомню. Снимаем быстрее эти все обиды. Закидываем. Не нужны нам никогда такие маски, правда? И что же тут еще будет? Залазим, залазим, залазим. Одеваем. А это маска радости. И все вместе смеемся. А сейчас мы с вами вот в этих масках пойдем в больницы, в детские больницы, особенно в онкоцентры. Да, будем с вами клоунами, будем смешить и оздоравливать детей. Хорошо? И побежали. И маски у нас только такие. Сегодня мы целый день улыбаемся, целый день радуемся жизни, подмигиваем прохожим. Бежим, бежим. Навстречу идет мужчина с собакой. А мы ему говорим: ой, класс, можно погладить? Он говорит: можно. Мы подходим, гладим его, хозяина, собаки по голове. Дальше. Держи дальше. И приходим в больницу. Приходим в больницу, берем, помните, у нас со вчера еще много-много волшебных конфет. Чем они волшебны? Смеха конфеты, да? И мы с нашими ребятишками делаем считалочку. Хо-хо, ха-ха-ха. Хо-хо, ха-ха-ха. Хо-хо, ха-ха-ха. Да! Хорошо, хорошо. Да! Лучший день, лучший день. Да! И всем деткам начинаем кидать смеха конфеты. Они смеются вместе с нами. И... У нас есть такой волшебный цветочек, да, и мы его нюхаем.
Он такой смехоцветочек, и превращаемся вообще на 20 лет, становимся моложе и здоровее, и всем деткам даем понюхать этот цветочек, и все омолаживаются, выздоравливают. Ой, такой аромат, и все танцуют. Молодцы, вдох. Выдыхаем, все не нужно, усталость. Вдох. И мы дарим деткам самолетики, да, и на этих самолетиках и они, и мы пишем, что мы хотим, наши желания, сворачиваем их, да, подписали. У кого какие желания? Здоровья, финансового благополучия, лидерства, да, партнеры, единомышленники со всех стран. Мишень нарисовали. И я попала, вы. И еще раз давайте, кто не попал. И еще у нас много желаний, добрых, хороших. И мы пишем мир во всем мире, да. Дружба, взаимопонимание, изобилие, процветание. И мишень нарисовали, все сейчас попадут. И сейчас давайте напишем здоровье всем деткам, семьи, родители всем деткам, да, чтобы все исцелились, оздоровились, любовь, благодарность. И еще запускаем. И классно, классно, умницы, молодцы. А у кого-то еще печально глаза, у кого-то еще ротик не открывается. И вчера мы на кругу силы тоже обратили внимание, что у нас, не знаю, здесь или нет, а Танечка не получалось открывать ротик, она так смеялась. Друзья, давайте чуть-чуть помассируем, да. Вот так наши щечки похлопаем. Они должны вот уголочки подниматься, да, улыбка всегда у нас, вот как очки ее одеваем, да. Челюстью подвигаем. Дома у кого сложности, делайте скороговорки и разные упражнения. Верблюд жуем, да, колем щечки языком. Кто спикером хочет быть тренером, очень важно, чтобы все работало вокруг языком, вокруг зубок. Другую сторону. Давайте возьмем наш рог изобилия, да, с которым мы пили, и немножечко там стеночки обмажем, и вот такой молодильный крем, да, после которого у нас так хорошо ротик открывается, и улыбочка до ушей, да. Давайте, кто лидер, кто победитель, скажи громко, открой рот. Я! Долго, 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 долго смеемся, долго тянем. Хорошо. А сейчас, друзья, давайте немножечко добавим физики. Спросили про осаночку, да, про осанку очень много классных упражнений, да. Ну, давайте начнем с волны. Тут у нас и шея, в принципе, практически все тело работает. А, вот так вот, волна, закатываемся. Эти упражнения, они классно вообще смотрятся потом в танцах, когда вы импровизируете. Да. Закатываемся. Ага. И назад. Шейку подняли и сбросили. Йога смеха, она включает и физические упражнения. Йога смеха про эмоциональный интеллект. Йога смеха про мир во всем мире, потому что когда ты наполнен счастьем, солнцем, смехом, то только этой можешь ты отдавать другим людям. Делиться тем, что у тебя внутри. Боковая волна. Так, хорошо. Время экономим, поэтому недолго. У нас всего 40 минут, да? Давайте немножко ручки попрокачиваем. Да, так. А теперь смотрите. Вот так тянемся. И у кого не получается, просто навстречу тянемся. Локоточки подальше. И пальчиками идем навстречу, идем, идем, идем. Вот. И можно покрутиться вот так, повертеться.
И поменяли. Бывает, у кого-то получается только на одну сторону, на другую нет. Да. Хорошо. Взяли ручки в замок, чтобы лопатки вместе. Вот так замок. Прогнули спинку. Прогнули. Вот, чтобы как седло у лошадки. Голову выше. Наклоняемся. Наклоняемся. И ручки поехали. Плавно. Не надо резких движений. Но чувствуйте себя, у кому как позволительно. Наклонились и ручки забросили, и они свободно у вас. Вот, они тянутся к голове свободно под собственным весом. Хорошо, достали до пола. И волной встали. Вы уже умеете делать волну. Хорошо, молодцы. Сели на стульчик. Нет, давайте. Вот как раз помните, вам говорила со стулом, как можно делать. Вот вы сделали вот так, да? Теперь положили на спинку стула и наклоняемся. И кто может, чем ниже вы присядете, кто может, прям на попу садитесь. Вот. Вот очень хорошее упражнение для спины, для осанки, для снятия всех блоков, для гибкости позвоночника. Классно? Классно. Садимся на стульчик. Садимся на стульчик, беремся за подушку. Вот, попа у нас тогда не будет отходить никуда. И работаем только у нас плечи и живот вперед-назад. Сутулились, да, кошечка злая. Прогнулись, кошечка добрая. Кто не на стульчике, можно это делать и на четвереньках. Ну, собственно, я вам тоже могу показать и на четвереньках. Да, видно? Вот, становимся, кошечка злая, кошечка добрая, кошечка злая, кошечка добрая, злая, и голову поворачиваем. И раз, и два, и раз, и два. Это очень хорошее тоже упражнение для спинки, для позвоночника. А теперь то же самое, стоя попробовали. Раз, два, раз, два, раз, два, три, раз, два, три, улыбочки, раз, два, три, раз, два, три, шаг, раз, приставили, назад, приставили, раз, приставили, раз, два, три, о, раз, два, три, о, раз, два, три, о, раз, два, три, о. Вот такое же можно тоже в танце применять. Хорошо, друзья. А сейчас мы с вами будем пить водичку. Она нас зарядила с нашим смехом, всем добрым пожеланиями, да, молодостью, благодарностью, любовью, здоровьем. И мы пьем с радостью. Лимончик, у кого есть, обязательно тоже выдавливайте. Водичка немножко горячая. И пьем, и проговариваем все, что вы хотите. Я молодец, я победитель, я лидер, да. Я здорова, я счастлива, я победитель. Правильно, больше Да. жизни, больше добра, да. У меня все хорошо, а будет О. еще лучше. Аминь. Хорошо. А еще, друзья, показываю часто обливание. Знаете почему? Потому что многие знают, что это полезно, но у некоторых страх воды. Я вам хочу показать, просто снять эти блоки все, да? Давайте вообще все страхи вот так вот слепим. Слепим вот такой вот, как комочек грязи, эти страхи нам не нужны, да? И закинем далеко-далеко все страхи, и страх обливания, страх холодной воды в том числе. И сейчас мы будем обливаться, и вы потом тоже это все сделаете. И когда обольетесь, обязательно будем смеяться, хорошо? Итак, мы берем водичку и говорим, я желаю всем людям здоровья и счастья. Я желаю тебе здоровья и счастья. Я желаю всем детям, всему миру здоровья и счастья. Ну что, видите, это не страшно, совсем не страшно, это классно, это весело. И когда дождь идет, мы тоже радуемся хорошей погоды. И главное, чтобы у нас была погода хорошая внутри, и тогда мы можем танцевать и даже под дождем.
потому что она была Хорошо, хорошо. О, лучший день, да. Миру мир, миру мир, да. Ну что, не страшно обливаться? Нет, не страшно. Классно, весело, зажигательно, правда? Ну, давайте с вами под дождем потанцуем. И попоем, разные буквы пропиваем, вот что хотите, то и делайте. И поехали. Да Чунга-чанга, синий небосвод, Чунга-чанга, лето круглый год, Чунга-чанга весело живет, Чунга-чанга, песенки поет, смеемся все. На букву О. На боку И. На боку Э. На боку И. И на букву А еще раз. И теперь пропеваем во имя мира во всем мире звук. Я победоносна, я победитель, я сверхлидер, я меняю этот мир к лучшему. Я прохожу 8 упражнений и становлюсь прокачанным, уверенным, мегалидером. Приготовились? Кто не знает, обратитесь к тем, кто вас пригласил. И вдох. И я... Вас не слышу, тянем, 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 тянем. Еще раз во имя мира во всем мире. Звук я. Обняли весь земной шар, направили много-много добра, позитива, любви, благодарности. Вдох. Я. И смеемся на разные буквы. Камеры включайте. И низкими, и высокими играйте. Это тренировка. Но тренировка классная, веселая, наполняющая гормонами радости и здоровьем. Наш организм, он не считывает. Вы комедию посмотрели, анекдот услышали или просто смеетесь. Смех заразителен. Давайте заражать весь мир лучиками солнца. Электрошокеры. Пропускаем смехоток, друг другу направляем. И все. Закрыли глазки, надо попасть пальчиками. И... И теперь вот так кулачок сделали, и вот так ручку. И делаем, меняем. Раз, два, раз, два, и смеемся. Кулачок, а здесь пальчики выпрямлены. И потренируйтесь дома с детьми. И, дорогие друзья, у нас сейчас закончится наша смехозарядка. И я прошу вас, чтобы вы в чате, у нас чат есть в Телеграме «Йога смеха».
Пишите, пожалуйста, что бы вам хотелось, что вам нравится, что добавить, какие у вас есть вопросы, прям пишите в чате. Все ваши пожелания, все ваши отзывы мне будет приятно читать, и я буду именно этому уделять внимание, хорошо? Ссылка есть на чат, если нет, ко мне обратитесь, с тем, кто вас пригласил. И пишите туда все свои вопросы, туда же буду скидывать и записи. Есть запись, как на море проводилось, много такое, что вы не увидели, просто в одну зарядку все не уместишь. Поэтому посмотрите несколько тренировок, и от каждой вы возьмете что-то лучшее. Ну, а я вам желаю побольше смеяться. Я вам желаю обязательно пройти наши 8 волшебных упражнений. И прокачивайте с нами с самого утра. Мы вообще с 5 утра вот в академии уже занимаемся, да? Настолько много интересного. И самое главное, конечно, не стойте на месте. Рост, развития – это самое главное. И самое главное, чтобы мы оставались в ресурсном состоянии, потому что сегодня большой дефицит радости. И чем больше будет людей